Вот. Здравствуйте, мои дорогие. Не успела приехать в Черноморск. Буквально прям за 3 минуты. Чуть не попала под машину. Знаете, как это называется? Ловушка для пешехода. По переходу иду, машина остановилась, а из-за нее там дальше вылетает дамочка какая-то за рулем. Ну ладно, обошлось. Вот, а потом иду, идет мне навстречу девушка Лариса. Когда-то она нам искала квартиру, мы снимали в центре, когда у нас ремонт был. Вот, и она ко мне подходит и говорит: здравствуйте. А я тут случайно, мне ссылочку дали. Я зашла, да там так у вас и осталось. А она, оказывается, работает в газете местной. Вот взяла у меня телефон, говорит, надо обязательно про вас написать. Вот. Так что вот такие вот встречи у меня. Ну вот сейчас я сюда пойду, схожу. Так, ну вот. Время 11:15. Талончик у меня, чтобы сдать документы, аж на 13:40. Это что-то мне нужно делать 2,5 часа. Какая красотища. Ну что, пойду на море схожу. Самое противное, что я не хочу есть с утра. Ничего не поела, а время уже к обеду. Надо будет пойти куда-нибудь поесть. Ой, какая красотища. Да, под машину я чудненько чуть не попала. Прям стресс был к моему вчерашнему высокому давлению. Это просто в самый раз. Как она затормозила, вот этот ужас. Я назад, а там уже машина трогаться собралась. Господи. Ужасно неприятно, конечно. Люди настолько невнимательны за рулем. Да это не только женщин касается, и мужчины. Просто есть люди, которым не стоит садиться за руль. Какие. Ну ладно, 2,5 часа надо где-то гулять. И тут все листьями завалило. Деревья какие гнутые. Меня сегодня прям тянет. Так вот прям хотелось, думаю, сходить. Вот так все это грустно смотрится. Все забито, закрыто, заколочено. Я думала, что сегодня ясная будет погода. Ветра нет. Море такое тихое. Мужчина рыбу ловит. Какие-то вон там вдалеке лодочки в море. Тоже, наверное, рыбу ловят. Не взяла палку. Что-то я забыла, что тут талон надо взять, и пока
Люди гуляют. Мы тоже так ездили летом с Сережей, с Мариной. Вот так рыбу ловить. Ну, была жара, ничего мы не поймали. Водоросли, конечно. Сама-то вода какая чистая. Морем пахнет. Чистая-чистая вода. Сегодня тепло. Было 14 градусов, сейчас, может, уже и 15. И ветра нет, и прям тепло. Но все в куртках. Я тоже в куртке. Ну, в легкой, правда. Мне жарко. Посижу на море, посмотрю. Ой, не люблю я такие форс-мажоры. 2,5 часа. Я бы дома лучше чем-нибудь занялась. Да был бы Черноморск там хотя бы побольше городом. А тут за 2,5 часа можно его 5 раз пройти из конца в конец. Только не с моими ногами. Ну хорошо, прям хорошо. Тихо так. И море какое-то светлое. Бывает оно прям такого темного стального цвета. Такое страшное какое-то. А сегодня такое светленькое, тихое. Ну ладно, посидела, надо идти куда-то дальше. А, забыла, вот только сейчас вспомнила, о чем хотела поговорить. Вот меня спрашивают, есть ли у меня тут друзья. Очень мало. Я так считаю, что больше знакомых. Да и то их всего несколько человек. Вот Виктор у меня вот есть, которого я очень, ну, очень он мне приятный человек. Вот. Он мне помогает по всяким бытовым вопросам. Оксаночка есть Кормчикова. Я ее очень люблю. Но я не знаю, то ли тут так принято. Мы просто так не встречаемся. Исключительно только по делам. Ну и вообще я человек-то самодостаточный. У меня времени не хватает тоже на всякие глупости. Я вот не могу часами по телефону болтать. Я не люблю вообще болтать по телефону долго. Да и встречаться, собственно, времени-то нету. Чтоб постоянно. Вот.
знаете, потом, вот если меня спросят, хочу ли я прям вот таких друзей душевных, я скажу, что, наверное, нет. То ли возраст такой. Тяжело в таком возрасте найти прям вот друзей-друзей. Ну, потом мне хватает моих. Пусть они у меня далеко, но я с ними общаюсь. Иринка в Мурманске, Марина, Саша моя, Костя, внуки. Так что хватает. Наверное, уже в этом возрасте и не должно быть много друзей. Хотя, может, у кого как. И вот что еще. Мне очень часто пишут в комментариях: хватит ныть, хватит. Да это у меня манера разговаривать такая. Ничего я не ною. Все у меня нормально. Так разговариваю, паузы делаю. Потому что забываю. Ну и голос, наверное, такой, может быть, невеселый. Не, все хорошо. Сегодня так прям вообще хорошо. Ну, вздыхаю, да. У меня поводов-то погрустить хватает тоже. Я же не девчонка-веселушка. Ну что, мои хорошие, пойду сейчас через весь Черноморск в аптеку на юбилейный рынок, потому что мои таблетки только в той аптеке продаются. Чувствую, я нагуляюсь сегодня на неделю вперед. Как красиво. Желтое, зеленое, красное и коричневатое, всякое-всякое. Сколько же машин стало в Крыму? Это что-то с чем-то. Раньше такого не было. Раньше летом было много машин. Теперь и зимой, и летом. Ну. Одни машины. Вот это ведь акация, наверное, какая-то. Такая громадная. Даже вот этот магазин откроется. Прям даже интересно, что там такое будет. Так, надо пойти денежку снять. И вот этот вот Крым второй, когда откроется. Что-то давно уже его построили, и все никак. Так. Какие цветочки. Веселенькие такие. Так, а вот такие у меня тоже есть. Но чего-то они, не знаю, и не собираются в этом году, мне кажется, цвести. Вот тут вон какие хорошие желтенькие. Ну вот, дошла до цыганского рынка.
пустота. А завтра что тут будет? Скопление народа. Все будет занято людьми. Но я, наверное, не поеду завтра. Сейчас вот куплю краску. Мне надо золотую купить, спрей. Она мне понадобится. Не знаю, сегодня или завтра, когда я буду делать. Вот. Ну вот, купила краску. Я такую еще не покупала. Посмотрим. Открылся магазин рыбный. Новый. Ну, рыба, конечно, вся 300 раз перемороженная. Ой, но увидела зубатку. Мурманск. Так хочется. Ну, а куда сейчас я ее? Мне еще ходить и ходить. Еще там с документами сидеть. Она же у меня вся потечет. А очень хочется. Вот думаю, может, на обратной дороге. Так опять через полгорода тащиться. Ой. Ну что, опять Доброцен. Этот кот меня съест. Обжор. Ой, какая смешная. Ой, какая ты смешная. Да. Господи, каких тут только нет. Кошек с котами. Маленькая. Да. Так, поднимается ветерок, полетели листья. Вот еще, не дай бог, дождик пойдет, а я без зонта. Вот тут в многоэтажном доме вот такой вот дворик чудесный есть, вон с колодцем. И крыльцо вон у них какое интересное, деревянное. С мельницей с какой-то. Всякого разного. Люблю таких людей, у которых руки чешутся. Так, точно будет дождик. Тучи идут. Ой, а я еще никогда до аптеки не дойду. Сейчас дойду, и надо будет назад ехать на чем-то. 24 ноября приезжают песняры в Черноморское. Ну, понятно, состав-то уже. Ну, если не уеду, пойду обязательно. Я на них была, но очень давно. В 77-м году. В Звездном городке. Ну что, мои дорогие, время 2 часа. Сдала я все, что нужно. 7 ноября мне получать. 2 часа, я ведь еще ничего не ела с утра. Прям на желудке нехорошо. Так, ну ладно, поеду я сейчас домой. Спасибо, что прогулялись со мной.